Вот удар, да? То есть мы стоим, например, я хочу сделать локтевую подставку. Я не успею ее сделать. Поэтому я делаю чуть-чуть уклон назад в реальном бою, да? И на месте, где у меня была цель противника, у меня оказывается локоть. Далее. Значит, почему именно так? Вот классическая дуло дуло. Филиппинская, да, рок. Боевой рок козла филиппинского. Допустим, это вилка у меня. Драка произошла в ресторане, в кафе. Я схватил вилку. Или нож, или еще что-нибудь, имеющее функции ножа. То есть то, чем можно колоть или резать. Что я делаю? Да? Вот у меня встреча пошла. Если это режущее оружие, соответственно, здесь я еще успел порезать. Если, например, это вилка, да, или там боевое дуло-дуло или палочка, я уже после этого вышел на удар. Да? То есть меня ударили, если мы, соответственно, владеем по нашему удару, да? Раз, два, нет, раз, раз, два, бок, бок. Опасно, это боевое дуло-дуло. Сделаем сейчас первую комбинацию рап на скорость. И посмотрите, что у нас происходит. То есть я делаю первый базовый блок рап. И блок, да? Минус этого блока. Медленно, Джек. Я поднял руку. У меня открыты ребра, нога, то есть меня могут атаковать коленом, ногой, прямым ударом, лутиком и так далее, да, еще раз. То есть, например, сделал, мне пошла задняя нога. Или лоу пошел. Раз, лоу. Ну, задний сделал, да, вот классика жанра. Раз и, да, поэт или поэт, ну, неважно. Поэтому есть вариант Б. И я уже сам решаю, что мне лучше сделать. Вариант Б выглядит следующим образом. Кросс. Джек-кросс. То есть, посмотрите. Джек-кросс и ни-кик. Удар коленом. Муай-тайский, да? Раз, два, три.